главное предложение сегодняшнего дня только для вас. Абсолютно потрясающая обувь. Ведь сюрпризы погоды зимой редко бывают приятными. И именно для таких случаев есть универсальная обувь, которая подойдет и для города, и для жизни за городом. В межсезонье меньше сюрпризов погоды и больше хорошего настроения и радости. И, конечно, главное предложение сегодняшнего дня нам представит наш эксперт Светлана Гарова, дизайнер, конструктор и обувщик в третьем поколении. С удовольствием, Маня, представлю. Это у нас дутики женские. Кстати, обратите внимание, что дутики у нас зимний вариант, да, поэтому мы с вами их носим по любой абсолютно поверхности. Вот такая подошва, она нам поможет чувствовать себя абсолютно безопасно, потому что здесь у нас учитаны абсолютно все. Вы видите, что здесь у нас разнонаправленный рисунок протектора, а также есть специальная система, чтобы не скользить. Обращаю ваше внимание, что вы можете ходить по гравию. Если на улице снег, пожалуйста, вот эти зимние дутики, они будут прекрасно выдерживать любые, да, погодные условия, даже если вы выходите, а там, например, мокрая листва. Но я уже вам успела сказать, что дутики у нас зимние. Хочу обратить ваше отдельное внимание на то, какой утеплитель внутри. Это у нас эко-мех до минус 20 градусов, плюс эко-мех еще сдублирован с поролоном, поэтому они, конечно, невероятно мягкие. Но одно из главных условий — это то еще, что наши дутики являются непромокаемым. Здесь у нас специальный материал, называется гидросейф, который действительно не боится влаги, вот от слова совсем. Сразу же прям, знаешь, на первых же этапах хочу провести эксперимент и полить на союзочную часть, продемонстрировав вам, что водичка вся у нас уходит с поверхности нашей специальной системы гидросейф. Идеальное предложение для зимы, поэтому буду рекомендовать для каждой нашей телезрительницы. Причем дутики Карли, посмотрите, сегодня представлены в ярких, приятных оттенках. Бежевый цвет, такой стильный и уютный одновременно. Да. Да, бежевый оттенок очень приятный. Я очень часто говорю, что сейчас бежевые и белые оттенки в обуви сезона 23-24 будут как раз-таки самыми модными и популярными. Очень мне нравится сочетание бежевого, вот на нашем гравии стоит. А вот это серый вариант обуви, как раз мой выбор, кстати, да. Серый люблю за то, что он является абсолютно универсальным. Потрясающий белый цвет, это базовый цвет, да, мы его не боимся в зимней паре обуви, потому что летом мы часто выбираем для себя белый цвет, ну и, конечно же, давайте, да, продолжать и зимой выбирать для себя тот же самый цвет белый. А вот это у нас классический черный, здесь очень хорошо у нас видна и фурнитура, интересные элементы в пучковой части, чтобы продлить, кстати, жизнь нашим ботинкам, да. А светло-серый, посмотрите, какой нежный оттенок, тоже абсолютно универсальный цвет, мне очень нравятся даже шнурки у нас с яркими розовыми акцентами, а также следующий оттенок розовый, это большая любовь наших коллег, потому что многие уже себе начинают заказывать именно этот оттенок. Потрясающие яркие оттенки, и классические есть, и базовые, более спокойные, и, конечно же, сегодня размерный ряд от 36 до 41. Давайте зададим вопрос нашему эксперту, как правильно подбирать свой размер. Аня, буду эти ботинки рекомендовать выбирать на размер больше. Я напомню, у меня в жизни 38,5. Обычно я для себя выбираю 39 размер. Но здесь я хочу рекомендовать вам выбрать на размерчик больше, потому что мой пальчик, например, вот в этих ботинках прям чуть-чуть упирается, а все-таки зимняя обувь. Мы все-таки захотим надеть дополнительно носочек, все что угодно. Поэтому, пожалуйста, на один размер больше. Что касаемо полноты, здесь у нас все понятно. Здесь она увеличенная 8. Ну и, конечно же, есть функциональная шнуровка, поэтому вы можете всегда отрегулировать по своему подъему. И вот посмотрите, классическая стоимость на дутике 5-6 тысяч рублей в среднем. У нас сегодня 2999 рублей. Мягкие, уютные, красивые, можно сказать, вездеходы дутики, которые будут вам буквально подыгрывать во всех ваших планах, потому что вы с ними расставаться не будете. И вот ты знаешь, Свет, на межсезонье, да, когда начинается дождливая, слякотная погода, я всегда выбираю для себя непромокаемые дутики. Это настолько удобно. Да, непромокаемые дутики — это действительно очень удобно, и я хочу сейчас провести эксперимент, ты знаешь, я даже его немножечко усложню, добавлю реагенты в нашу водичку, потому что мы зимой сталкиваемся с чем? С огромным количеством влаги, с огромным количеством реагентов. Смотри, что я делаю, сейчас добавляю, да, вот такую, будет у нас цветная водичка, то есть мы с вами уже представили, выйдя на улицу, и встречает вот такая, знаете, снежная каша, что нам делать? А мы можем смело в наших ботинках
заходить в любую снежную кашу, в любую лужу абсолютно. Посмотрите, каплями собралась на нашей союзке, как я ее называла уже. Здесь у нас специальный материал, называется гидросейф, не боящийся влаги от слова совсем. Здесь просто достаточно салфеточкой протереть. Все, наша поверхность абсолютно сухая, то есть вы не боитесь, что ваши ножки могут промокнуть. Это очень удобно для зимы, конечно же, это идеальный вариант. Итак, посмотрите, гидросейф — это специальная влагоотталкивающая протекция. Питка. Она, во-первых, отталкивает воду, во-вторых, она устойчива к реагентам, третье, устойчива к механическим повреждениям, вот о них я тоже вам чуть попозже расскажу, ну и в-четвертых, она еще и морозостойкая, потому что я напомню, наши ботинки до минус 20 градусов. Так как мы с вами уже успели начать разговаривать про то, что это у нас зимняя пара обуви, хочу вам продемонстрировать специальный образец, который подготовила для вас. Давайте посмотрим на внутреннюю фактуру, как это все выглядит. Во-первых, здесь у нас полностью утеплены мехом. Между мехом и между текстильным материалом, непромокаемым, у нас есть еще слой поролона. Это прям, вот знаете, в буквальном смысле такая мягкая-мягкая подушка. Конечно же, эта конструкция будет согревать ваши ножки, а также очень мягко обнимать. Такая нежная забота. А вот теперь мы с вами перейдем к подошве, о которой нам тоже надо поговорить. Как я уже говорила, антискользящая здесь. Благодаря тому, что здесь у нас вот такой разнонаправленный протектор. Посмотрите, как это будет выглядеть у нас, да. Естественно, мы с вами понимаем, что не боимся никакой абсолютно поверхности скользкой, потому что такая подошва выдержит любые абсолютно эксперименты. Ну, еще здесь у нас специальная пяточка, да, которая называется пятка Автоледи. Итак, наша подошва. Посмотрите, во-первых, сами ботинки у нас укреплены, да, это прочная верхняя конструкция. Дальше. Это у нас гидросейф, пропитка, которая обработана у нас союзочная и задняя часть. Мягкая стеганая голенище с плотным меком, внутри еще слой поролона, естественно, внутри еще есть специальный слой амортизирующий материал, это где у нас располагается наша стелька и подошва, и все это благодаря вот этим всем как раз таки условиям наши дутики являются абсолютно удобными для зимы. На данный момент бежевый оттенок является самым популярным, у нас уже отзыв ВКонтакте от Марины Остапенко из Волгограда. Спасибо большое за ваши рекомендации, теперь я знаю, как выбирать обувь, чтобы действительно не промокало. Все, что купила на вашем канале, мне подошло. Спасибо вам большое за ваш отзыв, потому что, правда, важно получать обратную связь. Мы стараемся для вас, мы трудимся. Успевайте выбрать для себя лучшее предложение сегодняшнего дня.